приехал на план до товарища. Вот. Говорит, не могу ламинат положить. Ну, пока его нету, можно рассказать. Не обидится. Говорит, не получается. Он говорит, вот так становится жёлобом. Ты, говорю, замки застёгивай. Что ты, говорю, не может такого быть, чтобы он не исходился там. Ну, полы более-менее пойдет. Пойдет. Вот. Я его полностью разобрал и собрал. Я не знаю, тут ровно и 5 минут не прошло. Я говорю, ты видишь, ровно лежит. Все замечательно. Как-то так. Короче, если человек никогда не делал, она купил там он всяких стучалок этих. Я ни разу киянку в руки не взял. Все собрал. Как надо. А он тут полосу собирает, пытается ее впихнуть. Я говорю, ставь по одной. В 1000 раз легче, в 1000 и быстрее. Ты одну можешь контролировать, нежели весь ряд. Вот как-то так. Просит, короче, ему собрать эту комнату. Он сейчас будет дольше укладывать вот эти вещи, подложку. И дольше будет запиливать, чем будет собираться весь пол. Но он не захотел. Он захотел, вот, чтобы стыки были ровненько. Так и без отходов он не захотел. Я говорю, почему? Вон куски какие остаются. Ну, говорит, я так не хочу. Ну, не хочешь, не хочешь, твои дела. Брал бы, гнал бы, лишнее отпиливал оттуда, сюда и вперед. Вот как-то так. Сейчас. Ничего, сразу вонь зашла, он поле горит. Прям за забором. Бля, деревьев не видно. Да прикинь, сейчас на кладбище все перекажут. О, дымище. А пожарников нету. А горит практически за забором. Обалдеть. Вот дыма прет. Мужики, всем здорово. В общем, стройка. Укладка ламината. Вот. Так. Ролик такой вообще ни о чем, будем так говорить. Человек, сколько ты? Два дня пытается положить 3 ряда ламината. Говорит, лодочкой стоит вот так и все. И не ложится. Короче, приехал, посмотрел. В общем, не успевает ложить подложку, как ламинат ложится. Некоторые вот говорят, надо ложить, собирать полосу, потом ее застегивать в замок. Не знаю, мужики, я собираю поштучно. То есть беру одну и начинаю замыкать ее до самого конца. Сейчас покажу как. Потому что, ну, одному, если один человек работает, как бы, ну, тяжело полосу самому застегнуть. Вдвоем, может даже втроем легче, да, на всю длину. Ну, нет ничего проще. Как говорится, кияночка в помощь и никаких проблем. Ну вот они, красавцы. Один стоит, двое шлангу держат, все, вода не подается. Ждут, пока потухнет. А вон полыхает костер. Вон там видно. Вот они. Звери. Ну, с пушки полупанули, да и все. Какие проблемы, да? Там кишка какая-то. Да, а ну а что ее тягать? Ой, по полю, он горит. Еле бездит, блядь. Он горит. Он горит. Он горит огонь. Он лишь туда пошел. И вот так вот оно пошло на кладбище. Там кладбище дальше.
Да уже дыма тут поменьше, если честно. Там смотри, там уже потух. Вон там дымуганище. Ну видишь, туда на кладбище. Если оно пройдет, ну, все, ну, пошли поливать. Такая. Струя мощная. Все, один скрылся. А где же их не респираторами? Что я не вижу, чтобы они в намордниках были. Вот, как-то так. Так, пустые пачки уже они просто вылетают с комнаты, как лента с пулемета. Еще разок повторюсь, подложка не успевает ложиться, как ложится ламинат. Что заметил? Смотрите, Лобзик, да, казалось бы, ну фирма не имеет значения, я ее не рекламирую. Самое интересное, смотрите. Заметили? Ну вот так вот покажу. Это капец. Это какой супер технологичный инженер, там я не знаю, как его назвать, придумал пилку в обратном направлении. Для чего? Для чего? По сути, она подошву эту отталкивает. При сопротивлении она будет прыгать, отталкиваться. Ну, чистой воды, я не знаю, идиот какой-то придумал зубы в обратном направлении на лобзик. Это капец. Это капец. Я каждый раз все больше и больше удивляюсь вот таким нестандартным решением. Все. Пожар локализован. Нету. Это поле. А там дальше кладбище, да. Спасли. Вот там что-то горит еще, там далековато. Отвели. Это товарища план. Отвели. Стройка. Огорела практически вот за забором. За забором. Да, водище было капец. Да, мужики, вот товарищ захотел ламинат соединять посередине. То есть лист сюда, лист туда. Все вроде как должно быть симметрично, да? Но получается много обрезков. У меня сердце кровью обливается из-за того, что, я не знаю, там сантиметров по 30. Это с одной стороны, плюс другой идет тоже на подрез. Там с двух полос выходит обрезков одна доска. Я не знаю, мужики, по мне это лишняя трата денег. Многие делают, да, пошел, отрезал, положил сюда и пошел заново, отрезал, положил сюда и пошел заново, все бы оно сошлось и со всего дома, со всего абсолютно дома, если слать ламинат одного цвета, одного размера, да, одной фирмы, получилось бы один обрезок в углу, только бы остался какой-то определенный кусок, все, один обрезок, но никак. Это сейчас со всей вот этой вот комнатки. Здесь как минимум 3-4 доски уйдет обрезков, а то может и больше. Это капец. Ну, как говорится, хозяин-барин. Что тут поделаешь? Общим стилем. Привет. Так, подумай это сам. Как ложит, да, подумай. Спины, конечно, кривенькие. Ага, это не та. Не та пальта. Это на обрезку. Это на обрезку. Да зайди он. Пододвигаем к стене. Ты скажи, что с фасочкой? Фасочка что? Фасочка, с фасочкой. Вопросов нет. Вот она торчит, да? Казалось бы, да? Что нужно сделать? Надо просто... вот таким движением застегнуть его. Просто застегнуть. Все, ламинатина легла. Следующее. Вот, говорят, как вот можно по одному ложить. Все элементарно просто, мужики. Смотрите, застегиваю здесь замок так, чтобы вот он все уперся в эту. Опускаю. Вот, по всей длине.
Дальше. Слегка приподнимаю, а эту придерживаю. Вот здесь вот на замке я ее... вот сейчас не получилось, да? Придержать. Смотрите. Слегка. Опять выскочило. Ну, тем не менее, попробую. Следующую. Вот так, раз. Все. Лягла. Застегнулась. Пальцы не подлазят. Следующее. Идет точно так же. Не та сторона. Вот, подвел замок. Здесь застегнул. Дальше просто подвожу. Вот таким ударом завожу, где он застегивает. Ну и, соответственно, следующее. Можно несколько рядов начать. Показываю пока. На одном. Ага. Тут уже резать надо. Вот. Сейчас отрежем, продолжим. Крайняя, да? Ах ты. Показываю оператора. Крайнюю не застегнул. Вот таким вот образом. Чуть приподнимаем. Заводим. Висит. Лежит. Дальше отрезаем. Как-то так. Ну, в принципе, вот за что я говорил. Это, мужики, обрезки. Я так вздыхаю, потому что, ну, это капец. Это капец. Это еще пол до конца не сделан. Я не знаю, ну, ей-богу, ну... Включил. Все. Продолжаем, мужики. Для тех, кто не понял, как ложить одному ламинат. Повторяю. Замыкаем замок боковой. Ложим. Чуть-чуть приподнимаем вот эту сторону. Совсем чуть-чуть так, чтобы вот она зашла. Нет, ладошкой помогаем. Если киянка далеко. Все. Дальше вы знаете схему. Все, доска легла и застегнулась. Следующее. Точно так же. Сильно сюда не стучите. Просто поправить там, я не знаю. Есть там где-то плашечка специальная. Купленная там за 1200. Но она без надобности. Наличие кияночки и желания. И все. Никаких, как говорится, проблем. Давай еще вот здесь положим. В принципе, и так понятно. Слегка приглашаем, слегоцушечки, вообще вот так вот, без фанатизма. Все, как-то так. Ну вот, мужики, тут делов-то, я не знаю, тут по большей части, я не знаю, времени заняло, если вот так вот взять все в сумме, ну час делов, больше выпиливали, запиливали. Вымеряли, вымеряли и размечали. Вот он инструмент. Киянка, маркер, карандаш, рулетка. Ну там еще угольник, чтобы отрезать, зарезать. Вот, как-то так. Здесь по-простому все.
под дверь будет стык, там чуть другой пойдет ламинат. Ну, человек так захотел. Как-то так. Так что одному реально положить ламинат даже по одной доске. Никаких проблем. Абсолютно. Все, всем пока. С вами был Санек. Еще увидимся. Пригнала администрация трактор. Дискует. Так, а ну становись. Дискует. Вот продискована полоска. Короче, опахивает участок, потому что ну, слишком близко здесь все это поле. Поле это администрации. Вот. Все заросло. Никто ничего не косит. Никто ничего не этот. Уже поддали под огороды или еще под что-нибудь. Люди, может, занимались бы. Вот. Машины ездят через это поле. Там есть тоннель под железной дорогой. На М4 выезд. Чтобы в объезд не ездить. 16 километров сокращается дорога. Если вот там на складбище. Вот сюда. И под тоннель. И выскакиваешь сразу на трассу. Вот еще машина. На М4. Вот. А если ехать как надо. И до того места, где вот машины выскакивают. 16 километров. Вот, как-то так. Ладно.